Привет, друзья! Если помните, вот этот вот домик, я его брала в фикс прайсе. У меня уже давно идея по поводу воплощения этого домика в жизнь. Давайте его распакуем, попробуем его собрать и посмотрим, нужно ли что-то в нем поменять, подпилить, вырезать, отрезать, убрать. Посмотрим детальки. Так, упаковка мне не нужна. Так. Как-то вот они не очень-то хорошо отсюда вываливаются, я вам скажу. Так. Да, надо будет подпиливать детали. Вываливаются довольно плохо с браком. А некоторые вообще не вываливаются никак. Да, их нужно будет подпиливать. Ой, это вообще, можно сказать, чуть ли не сломалось. Очень некачественно сделано. Ну, чего я хочу, это же фикс прайс. Дешево и сердито. Видите, как вырываются с заусенцами? Сразу видно, что это брак. Ну, не полноценно, то есть вырезано вроде бы лазером, но не очень качественно. Точнее, очень некачественно. Так. И так. Значит, части домика. Там еще вот это вот. Так, сейчас я пока подпиливать ничего не буду, мы просто с вами соберем. Вот эту деталь я выкидывать не буду, она мне в будущем пригодится. И вот эти вот квадратики, окошки тоже, здесь их можно будет повырезать еще. Я это обязательно вам потом покажу, для чего мне это нужно будет. А детальки мы сейчас попробуем собрать и посмотрим, насколько... нужно будет где-то что-то подпиливать, нужно ли будет. И еще я не могу понять, собственно, что есть что. Ну, судя по рисунку, да, который у меня лежит рядом, это крыша. Очень туго заходит, однозначно надо будет подпиливать, причем детали явно, ну, явно с браком, да. То есть мне их будет нужно будет подпиливать 100%. Вот когда я их соединила, видно, что детали как бы исказились и стали неровными, то есть здесь щели, потому что деталь не по размеру. Но это мы все будем потом подпиливать. Так, это у нас крыша, соответственно, это вот так вот сюда должно заходить. Знаете, наверное, это надо соединять с большим усилием. Я буду однозначно все подпиливать, учитывая, что домик я буду делать совсем не таким, какой он сейчас есть, и назначение у него будет иначе совсем. Ну вот, одна деталь влезла хорошо, другая нет. И, как видите, он развалился. Да, вот здесь вот прям хорошо зашло, но... Так, вот это, вероятнее всего, пол.
Сейчас попробуем его сюда впихнуть. Да, я уже вижу это. Здесь есть брак, который надо будет подпиливать. Я не буду тогда слишком сильно его туда засовывать. Все-таки, если есть брак, то фиг с ним. Так, здесь у нас получается вот эта сторона. Нет, не это. Вот эта сторона. Нет, знаете, тут как-то и непонятно, какая это сторона. Вот я вам что скажу. Вот тут я фиг соединю, как видите, да. А здесь надо подпиливать. Здесь деталь должна быть под углом. Она под углом, но не совсем там. То есть всунуть их так, как они должны быть, я не могу. В общем-то, он весь разваливается, потому что не держится конструкция. Но в общих чертах я сейчас соединю вот эти, чтобы вы поняли, как должен выглядеть домик, собственно. Довольно сложно это все собирать. У меня вывалился пол. Так. Это точно не детское занятие, то есть это не работа с детьми. Очень плохо сделаны детали. Очень плохо. Точнее, вообще никак не сделано. Качество очень плохое. Вот, более или менее. Ну, по крайней мере, понятно вообще, что есть что. Так, и вот тут вот. Да, не самое лучшее качество. Не буду ломать деталь, потому что она сюда явно не лезет. Она выпилена криво. Вот, и у меня уже отломился здесь кусочек. Да, в общем-то, хочу сказать, что домик кривой, выпилен неправильно. Собрать я его не могу. Детали не подходят друг к другу. Две детали боковых стенок вообще недоделаны, они браком, потому что я не могу их, в принципе, соединить. Как вы видите, они сюда не подходят, крыша мешает. Вот, так что нужно будет это все переделывать. И тогда у меня будет отдельное видео, наверное, с мастер-классом. Я думаю, вам будет интересно. Я кое-что придумала с этим домиком, и думаю, будет интересно сделать мастер-класс, показать, что мне пришло в голову. Также, кстати говоря, у меня в Инстаграме, на моем творческом Инстаграме проходит, ну, не конкурс, а такой опрос творческий. Если хотите, поучаствуйте, ссылочка будет в описании под видео. К этой картинке, то есть там фотография с домиком и вопрос, собственно, кто угадает, что именно я задумала с этим домиком. Антураж там новогодний, это не как бы не просто так, то есть это некая подсказка. Вот. Все, что на картинке там находится, все, что изображено, это все там не зря находится. То есть это в некотором смысле подсказка. Вот. И воспользуйтесь подсказкой. Может быть, у вас будут какие-то идеи на этот счет. Мне будет тоже интересно послушать, почитать ваши варианты. А вот, кстати, собралось. Но крыша, как вы видите, немножко отсоединилась, потому что здесь нужно подпиливать. Вот, ну, в общем-то, вот такая половинка дома. Но низ я присоединять не буду, здесь явный брак, деталь не подходит. Вот, получился вот такой вот скромный домик, пока что такой. Вот, в общем-то, про опросы проходите в мой Инстаграм творческий
И к этой фотографии с домиком оставляйте свои комментарии, идеи, что же я задумала. Может быть, после видео с мастер-классом будет конкурс, а может быть и нет. Если будут интересные варианты, то устрою конкурс. Если не будет интересных вариантов, то просто МК будет, DIY, как хотите называйте. Ну, в общем, деталькой я разочарована. Если говорить в целом о этой сборной елочной игрушке из фикс-прайса, я ею разочарована очень. Но идея хорошая. И, в принципе, если будут еще такие к Новому году в фикс-прайсе, я парочку возьму. Но если вы берете ее для работы с детьми, то есть вот чтобы собрать, как-то чтобы работали руки, то это не для этого. Это детям не подходит, потому что очень много бракованных деталей. И, к сожалению, это никак внешне не посмотришь, только когда уже при сборке можно это понять. Вот, вот такой домик, в общем-то. Так что ждите DIY и участвуйте в опросе. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!